Отлично. Мотор, камера. Снимаем. Какое сегодня число? 6. 6 октября 2018 года. Лаборатория Усова. Что ты чувствуешь? А так сколько не держите, будет дырку прожигать пальцы. Ну, какой-то электрический разряд есть. Рудракшн? Ты же дизайнер. Мы же должны обращать внимание на какие-то детали. А сережки ты делала? Да. Моя подруга. Можно снять их крупным планом? Специально для меня сделала. Да, можно снять крупным планом? Ты электричество трогай, а я сережку сниму. Ну, ты сейчас до сережек дотронешься, и тоже их полетят. После этого до сережек, если лучше не надо. Через тебя идет поглощение энергии сейчас туда. Ты сейчас сережки вкачивается и выкачивается энергия. То вкачалось, то и выкачалось, но только новый. Ты большая емкость. Да. И более дешевле. Ага, поэтому я участвую в эксперименте, потому что экспонат большого размера. Больше. Вообще приятное ощущение, если это быстро, теплое, да. Ну, а как тоже вот близко, когда подносит, когда руба начинает. Пощипывается. Как она реагирует, да, на палец? Смотри, как она получается. Ты знаешь, что это машина? Ты не знаешь. Хорошо. А вот справа мужчина ты знаешь на календаре? О. Иосиф. Да. Иосиф? Да. Да, хорошо. А слева не узнаешь? Ну, вот слева, да. Это Никола Тесла. Это он. Я, кстати, давно мечтала очень увидеть. Ну как-то у меня все руки не доходили до интернета. Я очень много про него знаю, и я действительно настоящая фанатка. Фанатка? Да, того, что как вот он пишет, говорит. Никола Тесла? Его образ жизни, да. А что ты знаешь о нем? Ну, игра, которая, ну, она у нас классифицирует как где-то миллиметр. 1000 вольт. Ну, какой-то мега ученый, такой фанатик, который всю жизнь посвятил каким-то изобретениям. Точно не могу прям сказать. Электричество. Он разработал электрические машины, подождите, которые мы до сих пор используем. Да, по-моему, он электричество и да, как-то да, и разработал, да. Да? Он считал, что все пространство вокруг эфир. Это же эфиром пахнет, это же разряд озон. Грома. Озон. Озон. Боже, ты из воздуха, да? Ты возьми энергию, ты же вот она. Фиолетово. Ну как раз второй и основной цвет следующей коллекции Purple будет. Первый черный. Ну, вот, может быть, тебе как дизайнеру вот эти вот опыты, сейчас другие покажем, они навеют тебе. Какой-то а только пальцем можно? Можно рукой вот так? Да. Пробуй, экспериментируй. А можно нагреть на нее? Да. Сигарет наложить. Как он вообще реагирует? Прям в разные стороны может. Слушай, я первый раз вижу женскую энергию, которая не боится. Так это абсолютно совершенно похожая энергия, не враждебная. Не враждебная? Но пористый достаточно. 100 лет эти знания об эфире скрываются от человечества. И нужны, сейчас должны появиться новые герои, и мир невидимый станет видимым. Через художественные образы, через стихи, песни, картины,
мультики, авторские коллекции, оформление одежды, новые знания будут распространяться по планете. Ну, это уже происходит. Это никто не концентрировал фокус внимания на технологии, на эфирные технологии. Путь к изобилию через природоподобные эфирные технологии. Но они такие мощные, что их направить можно только во благо всех. Направление на оружие традиционное, которым мы сегодня шли, развивалась цивилизация, приведет нас к самоуничтожению. Поэтому художественными образами мы можем создать предпосылки, что по всей планете образ мышления людей изменится. Вновь открывшиеся обстоятельства позволяют им увидеть образ будущего. Образ безбедного, счастливого, здорового будущего. И вот требуются художники, дизайнеры, которые это делают через себя все. Проявляют. Проявят. Вот мне вот интересно, как человек много лет снимающих новых людей, мне очень интересно, как будут развиваться события в ближайшие свои дни. Потому что то, что сейчас происходит, ты набираешь в себя потенциал. И происходит чрезвычайно достаточно очень интересное действие. И все участники, которые сейчас вот видят, наблюдают, могут быть свидетелями тех чудес, которые будут происходить в ближайшие дни. Видели за молнию. А как ты это вообще, ну, можно ли там миллиметровый, трехметровый, пятиметровый делать? Да, как ты знаешь. Вау, вот это только от больших пальцев так. Вот, видите, это прям вот эти грозовая. Какие пятиметровые можно бабахнуть прям отсюда? Вот здесь у тебя 20 тысяч двое примерно. Что? Ну, вот так, если по длине разряда смотреть, это 20 тысяч двое. Но нету тока в этой системе, поэтому это вот так вот выглядит. Вот. Прикольно. Вот они сюда, эти бутылки. И там можно запускать такие, да, эти. Но лучше, чем железки какой-то планы, и бегают такие, да, ёжики. Не, лучше, чем пальцами железки какой-то лучше запускать. Это делать вот эти... Слушай, произошло волшебство. Это же вот они, эти мудрые. Женская энергия очень настороженно на это смотрела, но... Экспериментируй мудрыми, давай, пробуй. Но зарядилась твоим энтузиазмом. Пробуй мудрый. Слушай, ну точно Путин придет сюда вообще. Путин нам шоу. Ты видела, здесь 300 метров. Он с заднего крыльца выходит. Будет время зайдет. И пешочком такое-то. Ну там я, конечно, камеры ставлю, но, конечно, согласовали заранее, что выйдет Владимир Владимирович. Я, естественно, в прямом эфире. В зубах камера. Она увеличивается, кажется. И Эрнст, конечно, на вертолете сверху снимается. Первый канал представляет Владимир Владимирович и глобальная волна. Это одна взаимодействие энергия. Происходит однозначно. Она не просто на меня влияет, еще и я на нее. Слушай, ну можешь представить себе войти в состоянии любви. Станет ребенком. На самом деле есть кратчайшие как бы пути, которые она может вложиться, но она этого не делает. Ань, подойди, пожалуйста.
поле. Давай же. Посмотрите, как это выглядит. Не, смотри, вот. Звезда. Пробуйте. Пробуйте. Эффект бабочки. Смотри, сколько бабочек. Есть эффект бабочки. А сейчас вот эффект бабочек. Жень, посмотри, пожалуйста. Из трикот. Смотри, как все нравится. Что происходит? Смотри, съемку сделать. Это не было создано ни в одной лаборатории, ни в одном биологии. Это растает здесь. Энергия. Да, все, затягиваю. Слушай, смотри, вот есть разведпризнаки, что лица, принимающие решения, смотрят, просматривают дайджесты, нарезанные с глобальной волны. И следующий кадр, Владимир Владимирович стоит и крутит мудро на второй катушке. Ты сможешь научить Владимир Владимирович, как крутить мудро? Оно ему надо. Надо. Надо, конечно. Это же мульти. Это энергия ЦИ. Мне рассказали, что ее можно закрутить, как ты хочешь. Энергию ЦИ? Да. Что ты представляешь? Расскажи. Три праны. Ну, об этом сейчас пишут многие. Ну, расскажи нашим йоги. Зрителям, не все знают. Не знаю. Очень много йогов этим занимаются. Что ты представляешь? Вот ты руками водишь. Что это такое? Это я закручиваю энергию ЦИ, шар вот этот, пытаюсь закрутить. Шар? В одну сторону, да, вот он сформировался у меня. Вот он. Очень своеобразное ощущение, прям как вот вибрирует в ладони. Да, прям смотри, что с руками происходит. Я отпустила, можно. По ощущениям вот так, видишь, распространяется. Широко это везде охватывает. И стоишь, и воздействует на самом деле, мне кажется. Да, как купол. Видишь? И сжимается. Ну что? А что попробуй кнопочку. Угу. Ближе. Ого. Лампочку зажигай. Погаси свет. Вот же Мейджик. Обычный бытовой. Она еще будет гореть, да, она? Горит? Нет. Горит только в поле. Это Володя может объяснить, почему она горит. Володь, можешь объяснить, почему лампочка горит? Да, это возбужденное, как бы поле пространство, которое в ближайшей жаре находится. Вот лампочка показывает, как бы его пределы. О, прям как молния там ударяет, как будто вот не подходи ближе. Да, но молния она еще и... Да, прям такой, как колючечка такая, раз в ладошку. Да. Ой, ощущение такое, что больше и больше ладони как-то либо заряжаются, либо сейчас
не было по-другому. Нет, там все важнее немножко такого. Вот смотри, что происходит. Не после руками другой полосы. Да, да. Тут просто как бы вот. Опаньки, смотри, она его задушила. Она взяла над ним контроль. Еще раз. А повторить. Она жжется, не хочет, да, чтобы его контролировали. Да, жжется, не бьется. Бьется, да, ударила, когда я прислонилась близко. Нет, оно через смотри, руку что пробьет. Происходит. Смотри, сейчас пробьет снизу. 28 гораздо сильнее бьет, чем вот эти 20 тысяч. Сжимай, сжимай вокруг, как ты сжимаю. Да вот, медленно, только медленно, пожалуйста. И сжимайте. Вот, смотри, она его... Да, смотри, она его... Ух ты! Да, да, да. Молодец. Очень хороший тренинг. Супер. Стоп снято, я думаю. Да. Побольше, блядь, лампы. Они побольше горят. Да, интересно. Ого. Это как лучше, да. А это вот там вот его, именно вот эти поля показывают, которые там. Телефон воздействует на телефоне, вот как ни странно, эта штука, если его очень близко поднести туда совсем, он, короче, выключится, глюканет его. Но после перезагрузки он загрузится и все будет. Если я до Чарли запомню. Класс. Нет, я не Чарли, видите, даже никакого...